А вот вчера даже новость появилась, что Йоко Оно, там, Пол Маккартни организовали движение «Артисты против фрекинга», то есть против вот подобной добычи газа. Вообще, то есть в мире это движение, оно продиктовано больше экологическими вопросами или политическими, в том числе в Украине? То есть вы говорили про «Газпром». Кстати, я могу еще десятый раз повторить, что экологическая проблема есть. А то, как ее используют, а девочки, которые там кричат и раздеваются в церквях, это что? Это вообще движение против церкви или это, Пола Маккартни и Йоко Оно перестали, стали забывать и нужно было как бы пропиариться на эту тему?